Во дворце художественной гимнастики прошел второй открытый областной турнир «Надежды Сибири» имени заслуженного мастера спорта России Ирины Чащиной. Полный зал гостей. На торжественном открытии выступили лучшие представительницы Омской школы художественной гимнастики. На ковер вышли и самые маленькие – будущие «Надежды Сибири». Омск, Новосибирск, Екатеринбург и Тюмень. Более 100 участниц в возрасте от 12 до 16 лет. Присутствовала на турнире и сама именитая спортсменка. Хочется выйти на ковер, тоже что-то сделать. То есть эмоции захлестывают, можно сказать. Очень много талантливых детей. У нас хороший тренер, хорошая школа. И мне очень гордо за то, что у нас в Омске действительно есть такой центр, где занимаются самые лучшие, самые талантливые дети, с которыми занимаются самые лучшие тренеры. Повышение спортивного мастерства и выявление резервов для сборной Сибирского федерального округа – то, ради чего проводится этот турнир. Министр спорта Омской области Антон Чешукин также отметил значимость подобных соревнований и в развитии регионального спорта. Это очень яркий толчок, не то что непосредственно для развития именно, но и как еще яркое событие, которое всем зрителям очень понравилось. Художественная гимнастика сам по себе очень красивый вид спорта, но очень сложный. Поэтому это как спортивное мероприятие, так и культурное событие очень важно. По результатам соревнований все возможные пьедесталы почета заняли художницы из Омска. Программу мастера спорта выполнили Кристина Дынина, Анастасия Ткаченко и Виктория Данильчук. И еще 6 наших спортсменок оказались лучшими в программах 1 и 2 спортивных разрядов. Таким образом, омички в очередной раз оправдали надежды не только родного города, но и всей Сибири.